Здравствуйте, добрый вечер. Смотрите, кто меня смотрит. Я Витёкмен, и сегодня я запущу такую передачу, ну или серию, или фильм, мини-фильм, о том, как я провожу свое воскресенье. Да, как я провожу свой выходной день. И назову это четко и ясно. Воскресные приключения. Ну что, поехали? Давайте начнем. Мои воскресные приключения. Мне кажется, ветер немножко дует. Но ничего. Так вот, как и все обычные люди, я начинаю свое приключение с поиска друга. Ну, то есть я сейчас иду до своего друга, и мы пойдем прогуляемся куда-нибудь. Скажу, ну куда прогуляемся, я там уже придумаю. Это же мои приключения. Куда хочу, туда и иду. Ну вот, короче, мы дождались моего друга. Сейчас он ко мне уже подходит. Вон он идет. Хотите, я покажу моего друга? Это просто папаша. Сейчас мы с ним поздравимся, два лапу. Это называется воскресное приключение. Вот так я начинаю свое воскресное приключение. Он мне пытается сжать руку. Я сейчас упнул так ногой. Вот так делать, смотри как. Мы ждем лифта, понимаете, он там долго. О, приехал лифт. Заходим в лифт, пацаны. Я зашел в лифт. Пацан вместе со мной. Все, поехали. Мы доехали без пробок. Сейчас дверь уже откроется. Смотри, стрим без пробок. Сейчас, давай. Готовы выходить? Давай, я с тобой. Здравствуйте! Пацан, что жрёшь? Костяную икру? Да. Я тебя снимаю. Пацан еще втирает такую тему, типа, вот мы с ним что-то играли, и он мне втирает такую тему. Типа, если ты не можешь выиграть, то проиграй. Я могу. Это фигня. Да, это фигня, пацан говорит. Ну, он всегда проигрывает, поэтому говорит, что это фигня. Ну что, сегодня я сижу в фестивале. Не везет нам. Учиться задолбало. Ну ничего, скоро каникулы. Пацан, тебя глючит. Я не глючу. Считай, дай посмотри, пацан считает. Ой, пацан, уже нельзя это рекламировать. Нас, короче, из видео выгнали просто. Просто выгнали нас. Как собак выгнали. Нас выгнали, сказали, что мы там не должны находиться. Типа, мы мало видели, мы же там ничего не купим. Ну, точнее, от телеков нас погнали. Мы как телекам подошли слишком близко. Нас сказали, надо уйти от них. Ну и мы ушли. На лавочку сели. Вот видите, я сижу, а это пацан, а это я сижу. Какой прикольный, да, зеленый фон? Все, короче, я свалю с фестиваля и так. Ну, типа, знаешь, я пока палка сказал. Мне отдали штатив. Это моя сестра. Я была в штатив. Отстирывать или не отстирывать? Давай, сразу там это какой кость скажете. Отмачивай. Михаил, слышишь, что ты плачешь, мама? Что-то! Ну и что, я прогулялся, дошел до своего друга, мы потом немножко погуляли, где-то до фестиваля дошли, там немножко поугарали, потусили, как говорится, воскресенье. Потом дошел до своей сестры, забрал у нее штатив, там нужно было мне. И все, потом пошел домой. Ну там встретил своих братков, ну это как обычно, видели, да, там поиграли в игру. Да, это отстирывает, это не отстирывает, ну как обычно, типа пародию создали. Так, ну и все, вроде так, я и провел свой день. Типа воскресные приключения, типа вот и заканчивается типа воскресные приключения. Ах да, ребята, я забыл напомнить, что в эту среду видео не будет. А видео будет только через неделю. Да, типа, с вами был Витёкмен. Подписывайся на мой канал и жми пальчик вверх. Обязательно жми пальчик вверх.